сегодня у нас в преддверии отчета главы городского поселения Николая Вячеславовича Токарева проходит отчет заместителей глав о всех мероприятиях, которые знаковые прошли в течение 2020 года. Отчет прошел в Малом зале Дворца культуры в 15:00. Заместители главы администрации подводили итоги 2020 года и говорили о результатах. В рамках государственных программ Московской области «Культура Подмосковья» и «Развитие инженерной инфраструктуры» проведены все необходимые мероприятия. В рамках реализации региональной программы капитального ремонта в части исполнения краткосрочного плана работы на территории Северо-Посадского городского округа с 17 по 19 годы было отремонтировано 229 многоквартирных жилых домов. В прошлом году вместе с региональными, если посчитать региональные и муниципальные дороги, мы сделали капитальный ремонт дорог 97 с небольшим километров, что составляет 38 дорог. Сразу после отчета в 16:00 все желающие смогли лично задать вопросы чиновникам в ходе открытого диалога. Прием жителей прошел в зеркальном зале Дворца культуры. И всего там первая дорога, вторая еще нет. Дальше третья, четвертая, пятая. Здесь уже вопрос-ответ, то есть B2B, мы общаемся со всеми жителями по тем вопросам, которые появились у жителей в момент нашего доклада. Также на входе стоит коробка или ящик с вопросами главе. Туда пишутся письменные вопросы, точно так же они попадут главе. Глава даст распоряжение и по заместителям, и мы ответим на эти вопросы точно так же жителям. То есть мы хотим как можно больше охватить жителей с теми проблемами, которые они обращаются в администрацию округа. Я еще раз хочу поблагодарить, вот, пользуясь случаем, все-таки директоров предприятий всех уровней, что они все-таки сохранили рабочие места, сохранили среднюю заработную плату. Большое спасибо правительству, все-таки оказывало услуги и материальную помощь. Ну а основное, конечно, спасибо это врачам. Андрей Ковылов, Ярослав Акимцев, Сергей Власов. День города.